Всем здравствуйте! Сегодня у нас 30 августа. Погнали мы с кудрявой головой на открытие осенней охоты. Вот я машину, короче, накидал. Всяких мне нужностей. Сам вот он я. Здравствуйте! Жду Александра и погоним. У нас уже, можно сказать, сутки дождь идет. Такой мелкий-мелкий моросит. Как-то вот так вот. Доедем, не доедем мы туда, не знаю. Но там уже товарищи приехавшие есть. УАЗик и Нива. Но просто специально взял. Вот он лежит. Если нет, то еда у нас с собой. Арбуз. Главное, Александр мясо должен был взять. Самое главное, мясо. Едем-то мы не стрелять, а открытие открывать. Ну, я кушать. Ну все, что будет интересно, я включусь. Саня. Привет, Саня. Саня, помаши ручкой, я тебя снимаю. Это еда, да? Нет. А, я думал, это целый... Какой это еда? Я думал, целый контейнер мяса. Какой там может? Ну, рассказывай, Александр, а где ружье-то у тебя? Ты давай оторви сейчас тут мне все. А зачем ружье? А так тоже пожрать едешь, я тоже пожрать буду. Какой дурак в дождь на озеро плавает, правильно, там же камыш мокрый. Я бы не сказал, что он ружье забыл, он бы так и поехал. Ну, Саша. В общем, открытие охоты. Время 5:38. Я двух уток всего видел. В округе вроде постреливают, у меня тишина, дождь, всю ночь у нас такой вот мелкий моросил. Почти просидели у костра всю ночь, до 2 часов, наверное, или до часу. Ну, в общем, достаточно долго мы у костра сидели, мокли, на то он и процесс охоты. А вот первая уточка. Может, тогда еще что и налетит. А вокруг стреляют. Стреляют вроде. Но особо не летает. Ну ладно, дождем все заливает. Отключаюсь. Время 8:34. Погода у нас точно такая же. То дождик разойдется, то затихает. В общем, взял я, похоже, только одну. Вот она. И вон туда пала еще. Сейчас оттуда сплаваю, погляжу. Не понял, мертвого падала или живая. И черочек один ушел. Вот так вот. Товарищи выплывают. Насквозь весь промок. Дважды уже за сегодня. Ну вот как-то вот так вот. Продолжение открытия охоты. Вечер. Взял я, в общем, 2 штук. С утра на озере. Сейчас с Гретой отлазим по такому болоту. Еще где-то Александр слева идет. Там вот убранное поле. Там было много утки. Шли. Ладно, снимать и стрелять так ни с руки неудобно. Камеру закрепить не получается у меня никак, сбивается постоянно. Несколько раз пробовал. Буду что-нибудь рассказывать. А вот, оказывается, Александр у нас притоившись сидел здесь. Мы первый раз. Это болото, сказали. Воды маленько, а травы по пояс. Так не знаю. Сейчас пока похожу здесь, а потом, может быть, тоже выйду на поле. Собаке здесь неудобно ходить. Ну, как-то вот так вот. Разведывать-то надо новые места тоже. Какая-то куча, что ли. Точно. Это куча. Сейчас
еще, наверное, какого-нибудь енота найдем. О, плеска. У меня вот плеска тут какая-то, вон там, наверное, тоже вода дальше. Ну ладно, охотимся. Стреливаю я кулика. Айдай, ищи, Грета. Айдай, ищи. А как мы его сейчас будем искать? Или я найду, или собака найдет. Ищи. О, оказывается, я рядом подошел. О, молодец. Молодец. Вот трофей. Все, молодец, нашла, молодец. Болотно-луговая дичь, да? Нашла. Это хорошо. Тут она нам похожа, туча опять. С той стороны. Там трактористы. Может, там что-то, котлованчик или что есть. Это утки, да, были? Саня, а мы что сидим-то тут? В засаде. В засаде, да? Грета прячется тоже в засаду. Да. Спрятались, не знаю, выглянули. Все. Сейчас нас накроет. Блин, причем нас левой тучи-то накрывает. Все, я прячусь. Прячемся. Дождь. Что за погода, да, Александр? Как тебе открытие охоты-то, расскажи? Что-то, блядь, погода не радует. Не матерись много только, я же тебя на камеру снимаю. Погода плохая нынче. Погода не радует, да? Пару часов. Утка есть, но она не летит. Она как бы есть, но ее как бы и нет. Эта птичка летает. Таких мы не едим. О, все, ветер начинает порывами. Отключаться надо. Сейчас намокнем. Ищи. Подай, Грет. Молодец. Ну куда ты понесла? Грета.
Ох, пока мы тут с Гретой-то воюем. Как воюем, учимся мы, тренируемся. Вот еще высоко летят. Не знаю, не видно. Наверное, у меня все, капельки. Вон про этого пока видеосъемку веду. Черки сели куда-то. Так, ладно, у меня воспитание собаки. Молодец. Все, молодец. Молодец. Все. Все, ну-ка нельзя. Брось. Все, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Айда. Ой, ты молодец. Молодец. Все, нельзя. Нельзя. Еще уточки.